Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию с голыми ногами, на которой видно, что ее колени покрыты страшными синяками. В подписи к снимку она отметила, что успех – это не случайность, как привыкли думать некоторые люди. Певица подчеркнула, что за успехом стоят тяжелая работа и упорство, а иногда и боль. Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели. И это того стоит, заключила Ольга Бузова. Пользователи сети отреагировали на публикацию множеством комментариев. «Блин, как мне жалко твои колени. Девочка моя, ничего просто так не дается, ты у нас настоящая трудяга. Работаешь через боль и усталость. Береги себя».